калить маримся. Доброго эстонского утра вам всем. Я только из душа. Сейчас пойдем с вами смотреть солнышко на улицу. Грохочет это у меня что? Это у меня стиралка грохочет. Кое-что постираем, чтобы на даче здесь было чистенько, когда приедем. Собираемся мы, як все, что? Собираемся. У нас сегодня последний день, день сборов на даче. Мы собираемся в Таллин. Сетки упаковывали вчера весь день. Вроде бы казалось, что ничего не надо, ничего, как-то уже все увезено. А как начинаешь собираться, тут баночка, там тряпочка. В общем, сеток он там уже стоит. Вот сейчас это стираем. Я только из душа, мама моется. И сейчас будем пить кофе на веранде, конечно. И идемте, я вам покажу, как сейчас красиво утром на улице. Очень красиво. Жалко уезжать, конечно, но мы еще вернемся. Ой, какой у нас шум, машинка. Камин уже стекло помыла, только бумажку заложила, дрова еще не несла. Ой. Только что секунду назад было солнышко. Я хотела вам солнышко показать. Ну вот. Слышите, как шум какой? Это зашумело озеро и зашумел лес. Шумит озеро. Нам надо с вами сегодня найти время прогуляться до озера и сказать ему пока-пока. Уезжаем ненадолго, но все-таки уезжаем, поэтому надо прощаться. Такая у нас традиция. Будем еще с вами скучать по этому озеру, правда? По лесу, по воздуху чистому. Сегодня ветер сильный, иначе там волны. Ну вот мы с вами сходим и посмотрим. А сейчас кофе. Ну, что-нибудь тепленькое одеть сюда на веранду, и можно кофе пить. Как будет этого не хватать в городе? Это шум машин, выхлопные газы. О, соседские детки радуются, приехали на выходные. Детям тоже здесь хорошо, конечно. Мама забирает Фуксию с собой в Таллин. Она как была летом, такая и осталась. Бутоны, цветы, и ничего не изменилось. В общем, она ее берет и на балкон себе повесит. У нее крюки такие для цветов есть на балконе, она повесит. Ну, а мы, смотрите, как желтеет жасмин, да, совсем даже на нем уже эта осень отражается. Ну, а мы с вами кофе идем пить, заваривать. Все-таки поймала я солнышко на камеру. Так-то сижу, смотрю, а вам солнышко и не показала. Ветер усиливается. У нас теперь здесь две сойки. Сойку назвали Зойкой. Корма всякого насыпала, семечек, орешков. Вон здесь, смотрите, какой набор. И арахис, и тыквенные, и арбузные, и обычные подсолнуха. Красиво зимой я представляю, конечно, если повесить большие пакеты вот с кормом. Тут, наверное, этих соек, снегирей. В одном доме видела, в гостях были, в эстонском доме. И у них во дворе вот такие большие, ой, большие пакеты с кормом. И там этих соек, снегирей, синичек, 20 штук, наверное. Листопад. Сегодня ветер, поэтому листопад виден. Ну, давайте последний раз зажгем наш каминопечку. Погреемся. Завтра я уже все заправлю и оставлю до следующего приезда, чтобы приехать и сразу спичкой чиркнуть. На улице сегодня ветер сильный-сильный. И довольно холодно. А у
Нам с вами сейчас будет тепло. Будет не хватать нам с вами этого камина, правда? Когда живой вот так огонь, хорошо, тогда уютно, тепло. Ой, хорошо. Сразу как зажег, уже сразу хорошо. Ой, еще завалится. Трещат хорошо, уютненько, правда? Трещат. Ну, пока здесь разгорается, мы с вами пойдем. Так, я тележку еще не откатила. Ой, как холодно. И лампочки вот эти все, что с территории вынула, их надо выключить сначала, прежде чем убирать. Сегодня 9 градусов и очень сильный ветер. Солнышко совсем ушло. Не знаю, дойдем мы сегодня с вами до озера или нет. Что-то как-то... Как-то так. Поползни, поползни. Волнуются, что мы с вами их поймаем. Так, Кузьму нашего тоже. Пойдем, Кузьма. Пойдем, дорогой. Цветок я... Цветы, которые еще более-менее вот так, бегонии эти, я оставлю здесь, около дома. Но выдирать не будут живые. Вы говорите, что жалко. Давайте оставим их, пусть они. Мы еще приедем, и тогда посмотрим, что с ними будет. Пойдем, Кузьма, пойдем. Дождевики. Растут все. Большие какие стали. Толстенькие. Дятел работает клювом. Ой. Отряд дятлов прям так стучат везде. Заколачивают семечки, орешки. Все готовятся. К зимовке. Сразу теплее стало. Как заходишь с улицы, сразу вот. Ай, хорошо. Пришли мы с вами на берег Чудского озера. Это для новеньких. Сказать озеру пока-пока, потому что мы собираемся уезжать. Вернемся, конечно. Но по традиции обязательно поможем ему. Сегодня весь день слышу курлыканье птиц. Улетают, наверное. Сегодня спускаться не буду. Покажу вам отсюда. Для новеньких это Чудское озеро. Самое крупное озеро в Эстонии. Бескрайнее. Красотища, правда? Дятел, слышите, как стучит?
заколачивает. А мы с вами пойдем продолжать складывать наши сеточки, сумочки, коробочки. Очень интересное озеро, конечно, зимой, ранней весной, когда здесь начинает таять снег, тает лед, раскалывается, вот так красиво очень. Потом еще долго-долго вдалеке видны огромные, как будто куски айсбергов, ну льдины, да, проще сказать. Вот если приедем, если попадем на такое, покажу тоже. Здорово, там закат. Красотища. Давайте все-таки спустимся, этот закат посмотрим, если мы его там с вами поймаем. Да, там прямо лучи отражаются в воде. Давайте спустимся. Ну, надолго, хоть на минуточку. Красотища. А небо-то какое сизое, свинцовое. Обещают дождь. Хотя озеро стихло, значит, не должно быть дождя. Спустились, правда? Особенно красиво, как отражается это все в воде. Пришла домой, буду докидывать свои сеточки, сумочки, собираемся, мы с мамой посидим еще вот у камина, где она там была, немножечко у камина, чай попьем и будем отдыхать, и завтра в путь, а вы, конечно, с нами. Кто не знает, мы вообще из Сталина, новеньким, мы не живем в лесу, мы из Сталина, и нас там ждет муж, ребенок, это понятно, нас ждет там два кота. Черный маркиз и белый пушок. Да, кто с ним еще, с ними еще не знаком, будем знакомиться завтра. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего, хорошего настроения. Гоните от себя негатив, побольше позитива. Да, все будет хорошо. Мир вам и вашим семьям. До следующего видео. Пока-пока.